Всем привет! С вами канал Coach Channel, и в этом выпуске я хочу показать, под какую гору я забираюсь на Мазе 7310. Это нереальная гора, каким образом я вот практически забрался. Доехал до точки P максимальной, и вот где-то вот здесь, вот где вожу курсорчиком, остановился, подключился лебедкой к этому дереву, забрался тоже до точки P. Здесь встал на ручник, переподключился, успел переподключиться к где, чтобы вам показать, какому дереву. Сейчас тут плохо видно. Так. Ну вот мы видим, где вот какому дереву. Чуть назад было видно. Вот, видим дерево, какому я пришвартовался, можно так сказать. Итак, продолжаем. Газую, включаю лебедку, выключаю ручник. Я думаю, что я уже точно выберусь. Думать одно дело, а выбраться совсем другое дело. Ребята, осталось чуть-чуть, и не могу перекинуть свой грузовик. Я думал, что получится. Я еще и на дерево наехал вот. Что я могу сделать? Я ставлю на ручник, чтобы мышкой было удобно мне. Беру лебедку и к другому дереву присоединяюсь. Теперь газую, включаю лебедку, выключаю ручник. Так, ну практически выбрался. Все. Я четырьмя колесами стою. Это полбеды. Теперь мне нужно будет спуститься вниз. Тихо-тихо. На ручник ставим. Поставил я автомобиль на ручник. Теперь мне нужно включить лебедку. И нет, куда пересесть? Я лебедку хочу включить. Давайте вот сюда вот. Колеса вывернул, газую, включаю лебедку, выключаю ручник. Так, сдадим назад, хватит, поворачиваем налево, лебедку включаем. Включили ручник, сейчас. Нам нужно спуститься вниз. Я на карте вулкан. Смогу ли я сдать назад? Я, наверное, в еле этой застрял.
И лебедка меня не берет. Ну что ж, нужно отключаться. Да, сделал невероятно, забрался на гору, ну, а на горе застрял. Причем так застрял, что не могу выбраться из этой сосны. Проклятой. Как же так? Ладно. Попробуем вот так вот. Наручник. Ай-яй-яй-яй-яй. Груз потерян. Грузовик упал. Но мы знаем одно, что я поднялся под эту гору. Ну, мог и на самом деле лучше. Всем спасибо за просмотр. Пока.